Всем добра и света, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Мэппер, и сегодня мы продолжаем играть в игру ARK Survival Fear Evolved. Да, я смотрю, здесь все аж пропитано духом Хэллоуина. Но, к сожалению, я так и не смог вкусить всю прелесть данного обновления, так как на работе у меня были жесткие запары, и времени войти в игру просто не оставалось. И вот сегодня я собрался духом и готов вновь окунуться в мир ARK. Но прежде я хотел сказать пару слов о своей реальной жизни. В ARK на Хэллоуин мне не удалось попасть, хотя в принципе еще не все потеряно. Но все же, самый сок я походу все-таки пропустил. Но вот в реальности отпраздновать Хэллоуин мне таки удосужилось, и провели мы время на славу. Кому интересно, пара фоточек с моего мероприятия, так скажем, есть в моей группе ВКонтакте. Ссылку на нее вы найдете в описании под этим видео. Теперь, собственно, о моих планах на сегодняшний игровой день в ARK. На днях из нашей скайп-конференции команды ARK я узнал, что на наш трайб был совершен рейд. Не знаю, насколько крупными были наши потери, но итогом этого рейда стал распад нашего трайба. Большая часть админов клана, а также некоторые игроки перешли в какой-то другой трайб, известный под названием Сфера. Никогда, честно, не слышал такого трайба. Даже интересно, что за Сфера? И вот сейчас я хочу впервые после такого долгого перерыва зайти в игру и посмотреть, что же все-таки творится на нашем основном сервере. И вы станете свидетелями этого входа. Что ж, я отправляюсь на сервер. Так, вот мы попадаем на сервер. Идет прогрузочка. Надеюсь, что это просто не прогруженные текстуры, а не разрушенная под ноль база. Удивительно, что я жив, кстати. Я ожидал увидеть свое мертвое тело. Тыквы повсюду разбросаны. Что, серьезно? Нашу базу снесли под ноль? Не может быть. Орда. Что за орда? Эти постройки не принадлежат нашему трайбу. Это уже место обитания какого-то нового трайба под названием Орда. И куча надгробных плит и крестов мы наблюдаем в окрестностях. Боже мой, неужели действительно наш трайб съехал? Только странно, почему меня не убили и даже не раздели? Лол. Смотрю, только торс у меня поломан. И, видимо, валяется где-то в инвентаре. Офигеть, даже железные шмотки у меня остались в сумке с гербом. Никто не удосужился забрать их. Да, походу нас жестко зарейдили. Боже ж ты мой. Вообще нет следов существования нашего трайба. Какие-то могильники повсюду. Кстати, Тим Кука. Наше, так сказать, надгробие. Хм, странно, куда же все делись? Где все наши динозавры? Что вообще происходит в этом мире? Еще смотрю. Листва желтая на деревьях. Здесь тоже осень, как я понял. Обалдеть, ребята. Куда же делся наш трайб? Что за орда? Тоже орда? Непонятно. Давайте посмотрим, в каком трайбе нахожусь я. Тим Кука, все верно. Кто у нас здесь? Рекс Доу. Виндиго. А наших, так сказать, основателей, собственно, самого Куки, Скокса, я что-то никого здесь не вижу. Что за прикол? То есть трайб остался, а клана нашего как такового не существует. Чей плод? Не пойму. Ой-ой-ой. Ой, как-то я забаговался неудачно. Плод клана Орды. Я вообще не понимаю, что здесь, ребята, происходит. Это на самом деле полный трэш. Не знаю теперь, куда мне податься, что мне делать. Я в полном одиночестве, без трайба, без поддержки. Я ожидал хоть наши постройки уцелеют.
Но, как видите, наших построек и след простыл. Ни бегемотских ворот, ни наших железных конструкций, ничего здесь нет. И где же все животные? Мне, видимо, придется заходить в конфу к ребятам и расспрашивать их, что почем. Так, шипы, кстати, чьи? Тоже орды. Но, по идее, это были изначально наши шипы. Видимо, передали все-таки наши постройки во владение этому клану. Но как-то это все, на самом деле, все очень мутно. Теперь я хочу, кстати, пройти вон на ту часть данного плато и посмотреть, сохранились ли мои наброски будущей базы, которую я планировал построить на этой горе. Так, вижу я там какие-то ткачиные фундаменты. Видимо, враги так и не стали трогать мою разметку, только она также перешла к этому самому клану Орды. Смотрю, здесь пристройку какую-то намутили. Интересно, конечно. Куча птеродактилей. Кстати, что меня еще поразило, что помимо брони, мне еще оставили даже пистолет. Вы смотрите, пистолет. Мой револьвер добра и света. Все так же при мне. И даже 6 заряженных патронов имеется. Бурдюков, походу, кстати, у меня нет. Или есть? О, бурдюки тоже остались, лол. Я в шоке, на самом деле. Так, ну что, сейчас я схожу за водичкой и подумаю, как же мне вести свои дальнейшие действия. О, боже! Скелет Трайка! Я понял. Это часть хэллоуинского ивента. Да, выглядит, конечно, это устрашающе. Как, кстати, он называется? Скелетал Трайк? То есть, если его приручить, то у нас навсегда будет скелет Трайка? Интересно. Интересно, скелета Фиомии не существует? О, 60-го Фиомии. Красавица. Точнее, красавец. Гуляй, братишка. Мне же нужно испить водички и обдумать план дальнейших действий. В общем, так, ребята. Я связался с нашими бывшими сатрайбовцами. Да-да-да. Вот прилетел Кука, наш бывший лидер, чтобы отвезти меня на новое место. Ну что, попробуй поднять. Так, сейчас. Страйп, надо... приплотнись. Accept Invasion. Invasion. Все, Джонни Мэкс присоединился к трайбу Орда. Оказывается, этот трайб Орда, это и есть тот самый новый трайб, который... Точнее, в который вступили наши ребята. Тут, оказывается, все намного сложнее, чем я думал. В общем, вкратце история такова. Была вот наша база на этом острове. Однажды прилетели или приплыли... О, растебулку завалил Танат, лол. Приплыли враги. Как я понял, клан RPS, объединенный еще с каким-то трайбом. Они привезли кучу своих рексов, спинозавров и начали массированную атаку, в которой мы потерпели поражение. Мы также попросили помощи другого клана. Как раз, по-моему, клана Сфера, о котором я уже упоминал ранее. И с их помощью мы смогли отразить удар неприятеля. После чего нам предложили объединиться в один общий трайб. То есть трайб Сфера, трайб Орда, бывший, и наш трайб Тим Кука. Стали одним целым. Потери, конечно, были после рейда у нас приличные. Мы потеряли почти всех топовых животных. Но врагов потрепали тоже не слабо. Вроде как около 6 рексов сразили вражеских. Но это уже не суть. Сам факт, что множество трайбов объединились под одним началом. Там еще, по-моему, трайб Огрленд также подключился к вновь воссозданной Орде. В общем, сейчас мы летим на место центральной базы Орды. А именно, то место, где когда-то располагалась база героев. Помните еще, на нашем старом сервере мы пытались зарейдить сильнейший трайб острова, клан героев. Да, вы помните тот фейловый стрим? Вот сейчас мы летим на то самое место, где когда-то располагался клан героев. Так, вот мы видим справа
остров диких животных. И постепенно приближаемся к нашему заветному месторасположению новой базы. Вы готовы узрить это величие? Так как мне рассказали, что база просто огромнейших размеров. Так. Давай прогружайся. Бегемотские ворота. Куча турелей. Рексы. Обалдеть. Да, вот, клан Орда. Всюду освещение. Ни хрена себе. Сколько животных. Слышу, кто-то уже разговаривает. Сколько тут народу? Лол. Офигеть. Я в шоке. Загрузилась? Железная база. Да, все отлично. Обалдеть. Все из металла. Куча турелей. Куча животных. Боже мой. Мне нужно сориентироваться на этой базе. Ребята, я думаю, мне предстоит долгое и мучительное освоение на новом месте, чтобы понять, что здесь к чему. Спинюк. 205 уровень. 196. Какие-то костяные бронтозавры. Мамонт. Офигеть. А площадь, так я скажу, на самом деле не очень большая. Но концентрация на ней животных просто зашкаливает. И вы посмотрите на эту оранжевую луну. Она просто завораживает. Блин, костяные бронтозавры. На самом деле для меня это все немножко как-то шокирующе. Вижу, какая-то постройка на Кетцале. Глик 175 уровня. Тебе тут хочет подойти глава трайба. Кто-кто? Этого... Глава трайба ко мне хочет подойти? Ничего себе. Секундочку. Кто это? А, вот, сфера. Привет. Фух, в общем, вот. С лидером мы так более-менее познакомились. Мои шмотки нужно будет отремонтировать. А сейчас я хочу восстановить свое здоровье. Блин, а ягод у меня нет. Вот отстой. Придется уже пробираться на базу и искать там, чем поживиться. А на этом, я думаю, стоит закончить, потому что, в принципе, видео было достаточно познавательным. Мы теперь в курсе наших дел. По крайней мере, я. Потому что я как с луны свалился. Боже, нас зарейдили. Мы где-то теперь в другом месте находимся. Боже мой. Для меня просто огромный поток информации, с которым я просто не справляюсь. И я думаю, мне стоит сейчас закончить пока что. И в дальнейшем... Так. Яйцо Рекса. И в дальнейшем уже записывать... По существу, когда я уже буду полностью в курсе наших дел и планов нашего обновленного трайба. Забавно. Блин, столько предметов ввели. Рога еще. Лол. И вот и дождь пошел. Время наполнить бурдюки. И, пожалуй, все-таки сворачиваться. Фух, я на самом деле немножко шокирован даже происходящим. Ну, будем разбираться, ребята. А с вами был... Мэппер с голым торсом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вступайте в группу канала ВКонтакте. Ссылка будет в описании под видео. Всем удачи и всем пока!